Да? Да. Итак, друзья, привет! С вами Вадик Крючков. Мы сейчас по вашим многочисленным заявкам отправимся с эксклюзивным походом в гримерку к группе M-Band. Пойдемте. Все пишут привет, привет, привет. Вот, смотрите. Привет, M-Band. Видите? Мы, грубо говоря, нежданно-негаданно навелись. Вот, ребята, смотрите. Ребята, это перископ. Перископ. Это он и есть? У вас двойной перископ? Серьезно? Двойной перископ? Из двух телефонов. Ладно, дайте нам один из ваших перископов. Вот этот? Жесть какая. Всем привет, меня зовут Арсений Иванов, я спеваю с четырех рокил. Спиваешься, чувак. Да, я спиваюсь. Спиваешься. Я собираюсь. Как бы, ничего интересного вообще не могу сказать. На белорусском? Сказать. Дзякую. Дзякую. Как бы уместно, ну хули на ясно. Все же понятно. Объясните мне, в чем суть? Да, поотвечайте на вопросы, может быть, там сейчас кто-то... Тут пишут, побрейся, это тебе, Толик. Давайте к Криду. К Егору мы сегодня не пойдем, простите нас, пожалуйста. Не побреюсь. Привет из Северодвинска. Приветик, Арсений, ха-ха-ха. Борода, у тебя есть борода, я скажу... Если что, все поняли, я умею читать. Ну что там? Давайте покажем. Как бы это не наша гримерка, тут еще 10 артистов. Нас всех сюда загнали. Нас тоже загнали. Загнали. И мучают просто. Это вот мой рюкзак, это моя куртка, это мой Артем, это мой Толик. Это его глаз. Ничего. Ну ответь на вопрос один, вменяемый. С Пензы передают, из Саратова. Я люблю привет, тебя. Привет. Как мне ответить на вопрос «Я люблю тебя»? Спасибо. Спасибо. Привет из Самары. Никита, ты бреешься? Да. Зубы. Кто-то написал зубы. Сосны. Что значит сосны? Можно я отдельное спасибо сейчас скажу в перископ человеку, который вот сделал вот эту вот книгу? Дело в том, что тут собрали абсолютно все стихи, которые я когда-то писал. Огромное спасибо тебе, человек, если ты видишь сейчас трансляцию. Спасибо, это лучший подарок. В общем, все, что мы хотели сказать нашей незамысловатой речью, это огромное спасибо Лав-Радио, спасибо Big Love Show, спасибо Питеру за прекрасный прием. Очень приятно нам здесь находиться. Конечно.